Экс-председатель Уберской коллегии адвокатов Альянс Проф Михаилу Зуеву огласили обвинительное заключение. Громкое дело по существу рассматривается в Советском районном суде. В Новосибирске рассматривается уголовное дело Бердского председателя коллегии адвокатов. Михаил Зуев возглавил Альянс Проф в 2019 году, будучи избранным на общем собрании членов коллегии. Как председатель он лично контролировал все финансовые вопросы и движение материальных ценностей. Следователями удалось разобраться и довести до логического завершения расследование резонансного преступления. Одним из сложных в расследовании уголовных дел и вызвавших большой резонанс стало уголовное дело, расследованное следственным отделом по городу Бердск в отношении председателя коллегии адвокатов Альянс Проф Зуева Михаила, который был увлечен в присвоении имущества коллегии и денежных средств. По результатам расследования Зуеву было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, который причинил ущерб 485 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Зуев лишен статуса адвоката. По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый присвоил товарно-материальные ценности коллегии, а именно системный блок, клавиатуру, компьютерную мышь, принтер и монитор, причинив материальный ущерб на сумму почти 35 тысяч рублей. Кроме того, используя имеющийся у него доступ к расчетному счету Альянс Проф, перевел с него денежные средства в размере 450 тысяч рублей, которые предназначались адвокатам в качестве вознаграждения за оказание юридической помощи на свой личный расчетный счет. В настоящее время в рамках судебного заседания Михаилу Зуеву огласили обвинительное заключение. На следующей неделе предполагается допросить потерпевших. В ближайшее время Советский районный суд Новосибирска по делу вынесет приговор.